На объектах дорожного сервиса, мойках, шиномонтажах и других пунктах технического обслуживания автомобилей в Мытищах проходят проверки. Это обсуждали в рамках работы комиссии в Управлении потребительского рынка и услуг администрации округа в режиме онлайн. Сейчас организована работа по выявлению тех придорожных сервисов, которые в настоящее время действительно ведут свою деятельность. С 2020 года в округе насчитывалось 620 таких объектов. На сегодня 120 предпринимателей, осуществлявших этот бизнес, уже прекратили свою работу. Задача – вывести несуществующую торговую точку из государственной информационной системы. Для проведения этой работы организована рабочая группа, в которую входят представители управления потребительского рынка, транспорта, земельно-правовых отношений, полиции, экологической службы. Комиссия проводит проверки с выездом на места. Сегодня на контроле ведомств 317 объектов придорожного сервиса. Предпринимателю помогают переоформить документы, дают рекомендацию по поводу соблюдения санитарных и экологических норм. Вы представляете, на частной территории постройка, дом и гараж. И в гараже вот эти виды услуг производятся. Потом возникает ситуация, некачественный ремонт или еще какие-то, или поставлены старые запчасти. Ну как вот это здесь отконтролировать, когда это не проходило через контрольно-кассовый аппарат, не было счета и на какие виды работы это все производилось. Поэтому, конечно, здесь подключается наша полиция. За этот год у нас проведена просто колоссальная работа. Уже 300 объектов у нас или приведены полностью в соответствие, или выявлен факт их отсутствия, или занимается сейчас, на сегодняшний день, оформлением документов. Жизнь меняется, выходит правовая база новая, поэтому мы выходим и все подсказываем.